Студенты многопрофильного колледжа провели акцию в дань памяти о погибших при пожаре в Кемерово. Цель акции состояла в оказании внимания и заботы детям дошкольных учреждений города. Своим жестом доброты активисты хотели показать о том, насколько важно для маленьких детей, чтобы взрослые дарили тепло и любовь. Мы, как волонтеры многопрофильного колледжа, решили провести акцию, раздать детям игрушки, небольшие подарки, чтобы дети знали, что к ним относятся с любовью. Как отмечают инициаторы акции, главное, чего им хотелось, увидеть на лицах детей искреннюю улыбку. Чистоту и открытость маленького сердца ни с чем не сравнить. В качестве слов благодарности дети исполнили для гостей стихи и песни. Много песенок у птиц, много листьев на ветлях. Только солнышко одна греет ласково она. Только мамочка одна всех роднее мне. Как поясняет руководство колледжа, такого рода акции проводятся регулярно. Главная цель педагогического коллектива – привитие чувства ответственности в молодежи, а также формирование духовно-нравственных качеств. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».